Добрый день, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Вы снова на моем канале Кулинарное ТВ. Меня зовут Алина. Решила приготовить сегодня суп щи по рецепту бабушки. Почистила картошечку, порезала ее на четвертинки. Порезала капусточку соломкой. И морковочку порезала полукольцами. Вода у меня закипела. Время варки супа у меня 30 минут. Потерла на терточке морковочку и нарезала лучок полукольцем. Добавила растительное масло. Когда у меня суп будет готов, я поджарю лучок с морковочкой и добавлю в суп. Вот такой вот суп щи у меня получится. Постный суп весенний. Друзья, подпишитесь на мой канал. Поддержите мой канал лайком. До скорых встреч в новом видео. Надеюсь, мое видео вам понравилось. С вами была Алина.